Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт и продолжаем строить вот этот дом. Я не знаю, что это за дом, но как бы без названия, без еще чего-то, но в принципе, ребята, мы продолжаем его строить, да. Вот тут, я не знаю, может тут в кухне еще что-то добавить, мне просто-напросто кажется, что тут чего-то вот так как-то не хватает. Как-то какая-то кухня простенькая у нас получилась. Фиг его знает, ребята, если честно. Что бы тут можно еще поставить? Что? Давайте, может, сейчас как-то мы вот так тут поставим. Да, нет. Не знаю, ребята. Честное слово, не знаю. Что бы тут можно поставить? Может, пол другой? То есть это... Да, это день. Может, пол другой, так как можно считать, это кухня, да? Давайте вот это. И, например, вот это, да. Например, вот эту шерсть или вот эту. Так, как-то... Вот, мне кажется, уже получше. Пускай будет. Вот что я еще... Нет, это уже будет не очень, что я хотел сделать. Но, в принципе, пускай будет пока что вот так, да. Вот тут у нас тоже так нормально, мне кажется. Пускай оно будет вот так. Вот что мы что забыли, можно еще, в принципе... Ай. Можно еще вот тут это поставить. Да, ты ж вот так. Отлично. Сейчас, ребята, в принципе, что мы еще можем сделать вот тут? Ай. Давайте, может, сейчас вот тут. Так мы пока что поставим, да и все. Тут. Потолок, отлично. Тут я не в курсах. Не в курсах просто-напросто. Давайте, может, тут... Сделаем какую-то прихожую, например, что-то такое. Например, тут заходишь, да? Тут можно сесть, чтобы разуться. Нифиг её знает, например, да? Тут сун... Не в курсе, ребят, я честное слово. Ну давайте, может, сейчас как-то... Нет, это будет какой-то не такой вход, как должен быть. Прихожую сделаем. Просто-напросто обычную прихожую сделаем. То есть тут у нас будет... какой-то небольшой такой... Вот это, да, чтобы можно было поставить что-то, ключи, например, да. Тут мы можем поставить сундук, то есть, можно сказать, обувь складывать, что-то такое, да. И вот тут сейчас, где у нас вот это, и вот тут вот так, отлично. Вот тут я не знаю, что можно поставить. Может, прихожую просто-напросто другого цвета сделать, например. Чтобы немного разукрасить, что ли. Как думаете, ребята? Или все же вот так? Как-то, например, вот такая дорожечка, да? Типа ноги вытереть, да? Ну пускай... Хотя... Ну пускай будет, да. Вот тут я не знаю, что можно сделать, ребята. Честное слово. Что бы тут можно было сделать? Может, просто-напросто... Да и все. Вот. Сейчас. Вот.
или... Вот так, да, и все, да? Отлично, пускай будет вот так. Сейчас, ребята. Вот тут... Тут можно сундучки поставить. Вот так. То есть, отлично. Мне кажется, отлично. То есть, и сундучки есть. Пускай будет. Сейчас, ребята. Я, в принципе, думаю, тут уже все. Вот тут, я не знаю, что бы. Тут может еще как-то что-то. Сейчас. Тут может вот так поставим, типа кухня, да? Вот, например. Ай. То есть кухня, да? Вот, печенька, вот, арбузик. Или нет. Например, вот. Вот кухня, да? Пускай будет вот так. Так, вот тут я не знаю, что тут можно поставить. О, типа тумбочки. Прикольно. Пускай будет. Сейчас идем на второй этаж. Тут, конечно, освещение бы нужно. Фиг его знает, что тут сделать. Пускай будет пока что так, потом, если что. Вот тут, ребята, сейчас. Тут и... И вот сейчас... Тут мы сделаем крышу. Потом можно как бы крышу вот так еще даже сделать. То есть верхний этаж небольшой такой, вот в два блока. О, реально! Тут же можно сундучки какие-то поставить или еще что-то. То есть больше места, склад какой-то, сундуки какие-то будут, да? Можно, можно. Мне кажется, действительно можно было бы. Вот тут, ребята... Ой, нет, не вот это. Мне кажется, или я на один блок как-то уменьшил вот это. Или тут должно было быть 4 блока. Мне почему-то кажется, что 4. Я, походу, уменьшил вот это... Весь дом на один блок. То есть тут не три блока должно было быть, а 4. Или мне кажется. Не знаю, ребята, ладно. Пускай будет уже вот так. Уже ничего не сделаем, можно сказать. Не будем мы заново переделывать дом, да. Посмотрим, что с этого получится, если он вот таким будет. Сейчас, вот тут мы будем делать. Или, ну, в принципе, я думаю, да, можно сделать. Вот так. Тут тоже сразу вот так. И вот тут. Тут не будем делать. Отлично. Тут, например, кровать. Да. И вот так, вход. Тут тоже можно, или нет, тут можно как-то вот. Сейчас мы посмотрим. Фиг его знает, ребята. В принципе, может, пускай оно будет вот так, я думаю, нормально так. Тут, например... Или это я не знаю, ребята, может... твою ж... Это может убрать? А, да у меня же там было, да, стекло. Отлично. Ну, вот это я не знаю. Может это убрать? Или... Или... То есть книжные полочки почитать? Например, вот так, да? Тут, например, вот так. А тут... То есть украшение. То есть вот сюда отлично так ложишься и...
травичка и полежать, и окна, и цветы, и почитать можно, да, если что. В принципе, пускай будет, мне нравится. Как-то вот так. Тут тоже что-то можно. Например, так вот. Сейчас мы сделаем. Отлично. Или вот. Или вот с этими же лучше, мне кажется. Или фиг его знает. А, ну, в принципе. Да, ну, давайте попробуем, что с этого получится. Вот так пускай будет. Ну, как бы уютненько тогда заходишь просто сюда, ложишься так спать. Вот тут, не знаю, тут можно было быть что-то другое, но я не вижу какого-то смысла что-то еще ставить. Тут, в принципе, можно было бы еще что-то поставить, но... Какие-то украшения, но это фиг его знает. Вот тут, например, если вот так, да, что мы тут поставим? Если вот тут книжки, да, а вот тут, например, фиг его знает, ребята, что тут можно было бы поставить. Ну вот это... Если вот так. Ладно, давайте еще, может, ну, или сундучок. Сундучок, да? Так, там ночь уже. Сделаем день. Сундучок и, например, хрен его знает. Например, вот. Да, охренеть лицо тут. Да. Ладно, пускай будет вот так, да, и все. Тут может еще какие-то картинки. Вот. Ну тут нет, так как тут есть цветок, да, тут мы. Нет, это уже слишком будет. Вот так, отлично. Давайте, может, что-то. Картины тут, ну, в принципе, такие. Сейчас. Да чё ты только вот. О! О! Вот так. Отлично. Или нет. Или просто вот так. И вот. Вот так. Отлично, ребята. Мне, в принципе, нравится. Тут тоже можно как-то. Вот так. Ну, это потом разберемся, если что. Так, тут, ребята, я не знаю, что бы можно было бы сделать. Что бы тут сделать? Что бы тут сделать? Я не знаю. Давайте, может, кинотеатр, типа. Хрен его знает. Сюда какой бы блок можно было бы поставить? Кварц тот же. Да, типа плазма. Типа плазма, да. И вот сюда, вот сюда, вот сюда мы сейчас поставим. Поставим вот. Вот так. Как-то. Нет, так нет. То есть как-то вот так пускай оно будет, да. Тут у нас, например, вот так. И тут у нас вот так. А по краям, я не знаю, можно бы было что-то сделать, но не вижу даже, что бы можно было бы сделать. Это нет смысла, так как это плазма, да, можно сказать. Не знаю, ребята, честное слово, не знаю. В принципе, ничего тут уже такого сделать, да и не, нельзя. Что мы тут по бокам можем вот так сделать? Нифига. Это нет смысла. А, я уже что-то думал. Нет смысла просто-напросто уже нифига ставить сюда. Пускай оно будет вот так, да и все.
Так, тут, например... Да чё ты ж... Вот так. Отлично. Вот такая небольшая плазма у нас будет, да? О! Если сейчас какую-то картинку, было бы вообще круто. Если она тут, конечно, ставится. Вот, ну, в смысле, в том смысле, что большая, да? Большая, я не в курсе, ставится она или нет. Вроде большой тут даже нету. В том смысле, ну, ладно, давайте. Давайте, может... Хрен, пускай вот так будет. В принципе, нормально. Какая-то плазма, да, заглючила. Заглючила плазма, просто по-жестокому заглючила. Раздвоение кадров, да, что-то такое. Так, ну, в принципе, пускай оно будет вот так. Тут, ребята, я так думаю, можно сделать второй этаж. Ну, в смысле, третий. Тут... Вот так, выход сюда. Тут давайте с этим попробуем сделать. Вот так. Вот тут я думаю, что можно вот это заменить. Где оно? Вот. Да, вот так. Отлично. В принципе, тут давайте сделаем. Вот так. И тут наверху сделаем. Где оно? Вот. Сделаем себе. Ну, чтобы сидеть можно было, да? Вот так и вот так. Тут можно... Сейчас. О, сейчас. Где оно? Вот так, да? И вот так. Тут тоже можно? Да, можно. Вот такие кресла у нас получились. Отлично. Нет, тут не будем ставить. Ну, в принципе, вот так пускай будет. Сейчас внутри, вот выходишь, тут вид, да, посидеть можно, отлично. Сейчас, ребята, сейчас, в принципе, тут уже все готово, может цвет какой-то другой, нет, красный нет. Во, я думаю, так отлично. Да, пускай будет вот так. Так, сейчас тут может glowstone поставить, чтобы светил. Да, отлично. Тут тоже освещение вот такое небольшое. Тут как бы мы спать будем, но пускай будет. Или нет. Как бы-то там же спать, да, тебе глаза будет светить вот цвет. Тут вот вроде с такой. Да, пускай будет с такой. Ну, в принципе, отлично, ребята, уже так нормально, мне кажется. На втором этаже, вот, ну, то есть на крыше, что я всегда говорю, на втором этаже. Это же не второй этаж, это не то, что третий, это крыша. Да, то есть чердак или как оно там называется. Чердак. Нет, нифиг я знаю. Как оно называется? Ну как-то вот так, я не помню, если честно. Ну что-то вот такое. Вот тут у нас вот так, пускай будет, да. Тут можно, например. Да не то, что можно сундуки тут хранить, да, и все. Чтобы не париться. Сундучки, то есть склад сундуков, можно сказать. И только вот это, да.
Ух, нет, вот это я уже не очень сделал. Где оно? Я думал, там можно поставить, но... Так, отлично. Вот так. Вот склад сундуков, да и все. Вот, еще сюда. Такой склад сундуков, вот, например, да, даже вот так можно сделать, чтобы место не... Вот так, отлично. И один вот сюда. Нет, тут сюда нет. Вот сюда. Вот так. Отлично, ребята. Мне кажется, в принципе, действительно отлично. А вот тут я не знаю, можно бы было чем-то это сделать, но фиг его знает. Может, ну чем бы тут стены? Стены нечем тут разукрасить. На принципе это можно сказать склад сундуков тут более и не требуется, да? Поэтому, ребята, идем мы вот сюда. Отлично. Вот тут я не знаю, что бы можно было бы сделать. Вот тут, вот с этим. Нет, так не пройдет. Че бы вот с этим делать? Сделать. Чтобы тут бы можно было бы поставить. Или просто-напросто вот так, да и все. Да, вот нормально. В принципе, пускай будет. Отлично, ребята. Да, мне кажется, что дом и так нормально получился. Может, что-то слишком, может, чего-то не хватает, ребята. Это уже на ваше усмотрение. Можете писать, можете переделывать. Но мне кажется, нормально. Двери. Двери. Вот. Вот тут забыли. Сейчас. Вот тут двери можно поставить, да. И, в принципе, все, ребята. Мне кажется, нормально получилось. Уютненький домик. Тут может еще поставить так, чтобы был свет, да. И. Пускай будет или нет. Пускай. Или нет. Или красный, так как на кухне кра... Нет, чтобы кухня была другого цвета, мне кажется, будет лучше. Синий. Нет, синий это уже как-то слишком. Может какой-то сейчас. Какой? Да, в принципе. Да твой. Да вот этот желтый. Принципе, пускай будет, да. Так. Вот тут, на улице, в принципе, можно сделать. Вот так. Вот так. По поводу навеса, в принципе, можно. Ага, фиг. Вот, да ты ж... Нет, в принципе, можно вот так как-то. Или вот так, чтобы просто-напросто не делать путаницу, да, если оно вот так получится. Или можно, например, продлить тут вот это, чтобы вот это было до сюда, но это уже потом. Вот, в принципе, нормально. Мне кажется, действительно нормально. Тут я не знаю, тут что можно поставить.
Что бы тут поставить еще? Вот это тут не очень смотреться будет, мне кажется. Если вот... Вот так. Нет, это не очень будет. Я не знаю, ребята. Честное слово, я этот дом не очень так планировал делать, поэтому... Пускай оно будет вот так, мне кажется. Потом, в принципе, тут действительно можно еще что-то добавить. Я в данный момент, я не знаю, что бы можно было бы добавить. Нет, это... Пускай будет вот так. Или даже можно сделать, да и все. Поставим... Да ты ж иди сюда. Сделаем, да и все. Поставим вот так. Отлично. И, в принципе, ребята, вот тут, сейчас, тут мы посадим дерево, вот тут, отлично, оно, конечно, очень большое получилось. Сейчас мы его сами отредактируем. Немного. Вот тут мы вот так сделаем. Чтобы оно, в принципе, не было вот таким громадным, да? Можно и самому как-то. Как-то до его... До сделать, да? Вот. Пускай оно будет вот такое. Да. Тут тоже можно одно. Вот, тут оно еще меньше получилось. Вот такое маленькое нам не нужно. Вот, сейчас мы как-то его вот так, да. В принципе, как-то вот так пускай будет, да? Нет, вот тут. Вот так. И вот тут еще можно. Так. И, в принципе, вот с этих сторон, да? Тоже. Ай, не уже. Вот так. С этих сторон пускай оно вот так будет. Как бы это сзади, да. Но все же, да, в принципе, пускай будет. Нет. Вот это маленькое нет. Вот, а вот те нам, можно сказать, немного больше. Поэтому давайте сделаем их как-то. Да, опять. Как-то. Да, в принципе, пускай вот так будет. Отлично. Тут уже, ребята, ваша фантазия. Можете сзади где-то бассейн сделать. Можете еще что-то сделать. Это вот такой простенький домик. Как бы ничего такого нету. Вот так, тут можно сделать вот так. И, в принципе, все, ребята, можно сказать, дом готов. Не скажу, что он очень какой-то красивый, но, в принципе, можно сказать, уютный и вот такой. Вот, заходим, прихожая, сиделка, кухня небольшая, сундуки, второй этаж. Тут у нас заглюченная плазма или что это такое. Тут спать, тут у нас хранение сундуков, еще можно, тут тоже куча места, тоже еще можно что-то придумать. Да иди ты уже вот вниз. И в принципе, ребята, все, мне кажется, дом нормальный, конечно, не такой может красивый, как этот, но в принципе, хотя мне кажется, нормальный, действительно, ребята. Ставьте лайки.
Не забываем, что вы тоже можете выкладывать свои постройки в группу ВКонтакте. И, в принципе, ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем секундочку. И всем... Чтобы... Так. И всем, ребята, пока.